Мастер, следующий я. Вот он, на тебе. Вещай. Я вещаю? Да. Ты уже начал вещать? Да. Ой, всем привет. Дай. Так, сейчас мы вот так вот перевернем. Саша, теперь... Всем привет, другой, привет. Саша, помните, два патрона по очереди. Два патрона. Привет, привет. Давай, мы сейчас покажем, что я. Это? Да. Давай, всем показываем. Привет, привет. Ой, пулька отлетела. У нас отлично. Б, давай. Я не знаю, попадает он там, нет. Всем привет, привет. Следующий? Сорвал. Да, пока. Следующий стреляет. Саш, ты. На, мой сисек. Так. Всем привет. От Немаги Тритона привет. И вам огромное спасибо. Ну что, я не стрелял 16 лет. Сегодня тот самый день, когда можно пострелять. Сколько стоит выстрел, не знаю. Пока ребята пригласили, потом разберемся. Бишкек привет. Как ночь. Мы привыкли с любимой ложиться в 11 вечера, а тут нам пришлось встать с ней лечь в 5. Было так. Челябинск, огромный-огромный привет. Ну, вот такие вот у нас интересные стрельбы. Что получается? Получается поразить каждую вторую пока. Привет из Ростова. Надеваю деловые костюмы. На меня еще не пошился деловой костюм. Может быть, будет розовый. Привет из Новосибирска, который в Нижнем городе. Так, Миша, поделюсь впечатлением о визите в Кемерово. Еще нет. Привет из Алматы. Привет Чечне. Привет из Украины. Наконец-то я знаменитость. Почему? Что с глазами? Что у меня с глазами? Красивые, шикарные глазки. Такие. Привет из Лондона. Сейчас такой страшный. Пришлите свою фотку, мы обсудим вашу. Так, давай шмаляй. Сейчас начну. У нас все по очереди. Ярослав, ты следующий, да? Да. Ну что, сейчас будет наш сейчас друг. Бэ! Дай! Есть. Дай! Когда приеду в Алматы, еще не знаю. Есть. Следующий. На, ты держи. Давай. Я пошел. Теперь ты. Сейчас мы посмотрим. Всем привет, привет. Пощупну. Аня, иди сюда. А? Что нет? Б. Я не знаю, мастер. Да. О, попал. Б. Дай. Ой, мамочка, ты попал два раза. Класс. На. Во что стреляем? В тарелочке стреляю. Бью. Не знаю, главпатрон написано. Когда в зал? Завтра. Начнем уже нормально заниматься. Вроде все зажило. Потому что до сих пор нормальных тренировок не было. Честно говоря, я соскучился. Город Санкт-Петербург. Я занимался спортом до знакомства с тобой. Да, я занимался очень много лет со мной спортом до меня. Потом у него была сильная травма поясницы, появились протрузии, и, соответственно, мы с ней вместе все залечили, сейчас прикольно. Станем приезжать в Кемерово, Тритону, Миш понравилось, потренькаем. Можно. Так, зачем я крашусь? Я не крашусь. Красил себя вчера. Поздравляю с Бруксом. Спасибо, это стрельбище, да. Рассказать про гормонов, посмотрим, может, в каком-то видео расскажем. Сегодня выходит ПКТ. Привет из Удмуртии, что с моими глазами? Ребята, вы задаете так много вопросов, что это уже слишком перебор. Как бросить пить? Найти другую цель жизни, понять, что... Посмотрите, красивое небо, все так шикарно, все прикольно. Так, сейчас убегу к вампиру, да, очень удобно для поцелуев. Если у меня девушка, нет, девушки у меня нет. У меня есть жена. А жена что не стреляет? Ну, так зачем? Она не... Да, она у меня пацифист. Сколько мне лет? 18+.
На, держи. А, сейчас ты идешь, да? А, я? Давай. А где тут что перекручивается? Мама, как тут камеры? Ага. А как ты заряжаешь? Можно? А. Сейчас мы посмотрим. Дай. Сейчас мы все сюда готовимся. Дай. Ты все Ашку хочешь? Ашку хочешь? Мы первое получилось. Да? Молодец. Давай попробуем. Давай. А! Давай. А, она оттуда, Саша. Ой. Ну я ее провожу или я ее жду здесь? Лучше вести, наверное. Попробуй, знаешь как? Вот корпус вот сюда. Спасибо. Если я провожу и ухожу здесь, да? Ой, на завтрак мы съели два блина с вишней и шоколадом. Ой, целоваться с клыками вообще суперски. Ощущения классные. Не, я не хочу. Что ты? Не, я не хочу. Не будешь пробовать? Нет. Точно? Нет. Она стесняется. Так, где у нас? В Сибирь. В Сибири были недавно. Кто бы мог поверить. Но, возможно, еще будем. Почему у нее растет борода? У кого? Так, малокалиберная. Честно говоря, не знаю. Катаемся ли летом на великах? Да, мы теперь живем за городом. И обязательно будем там кататься. Зачем я вчера в клубе выступал? Потому что пришло предложение, мы подписали контракт и выступили как приглашенные гости. Было классно. Снимите, пожалуйста, видео, как убить пищеварительную систему и восстановить. А, возможно. Вау, круто. Семейное. Больше жогово. Как нам погода? Погода шикарная, только холодно. На Карибах лучше. Да, еще как. Что с зубами, что с глазами? А что? У нас тут видно все новые приглашенные. Ага. Дай! Б, дай! Ну-ка. Жена делала когда-нибудь пластические операции? Делала. Что? Холодно тут ужасно. Да. Я люблю, что будет. Глаза сам красил? Нет, татуировщик мне их делал много лет назад. Мам, да? Да? А что такое Ашка? Ну это то, что вылетает оттуда далеко. Ага. Так, смотрим. Нифига красавчик. Себе, это вообще нереально. Классно. Привет, коллег по спорту, спасибо. Сейчас проходит следующий и ухожу я. Скоро закажете БЦА. Это не мои БЦА, это БЦА моих партнеров. Они, собственно, попросили все порекламировать. Но так как это мои хорошие знакомые, мы уже дружим много лет, то им, конечно, респект и уважение. Что на глазах у тебя? Тату? 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 Ты нос погрею. Ты что такое вообще? Какой такой вообще? Расскажите. Даже спрашивали. Ребята, видно, вы подписаны в Перископе, но не подписаны на YouTube-канал. Смотрите YouTube-канал, там увидите все, что нужно. Почему губы накачаны, что с глазами? Делали же на пластические игры. Ногти красят. Да, вампир ли я? Классная погода. Счастья нам, спасибо. Будет ли вторая часть о вечном курсе? Потому что я жду, когда там появится достаточно количество вопросов, чтобы уже на них поотвечать. Да, народ меня, похоже, еще не знает. Меня тоже это удивляет. Б. Меня Петушилов рекламировал. Дай. Кто это? Не знаю. Если 65-90 кг, что будет эффективно для снижения сжигания веса. Хороший кардиобор, соли.
правильное содержание белка в пище. Как этот канал называется? Саша Шпак. Приходите, сразу меня увидите. Привет городу Ору. Это с удовольствием. Почему хрустят суставы? И вопрос, болят они или хрустят? Почему себя сделали кошкой? Хорошо, не киской. Привет, Мишка Клево. Мишка Клево, сюда привет. Тренировки перед охотой на зайцев. Не, я пацифист в этом плане. А вот пострелять по мишенькам, да, правда, с такого оружия я не стрелял еще никогда. Тавинки ломался как так? Где можно задать вопросы про вечный курс? Под видео на вечный курс. Саша, что на глазах? Татуировка. Мы столько в моем. В каком зале занимаюсь? На Дивенской спортивной купарме. Масек, я сейчас постреляю, можешь уходить здесь, хорошо, чтобы мы уже не тратили на него время. А то у нас тут, конечно, много общения. Как треки подбирал? С друзьями, своя любимая от AC/DC до Рамштайна. Свинину бежит, можно назвать диетическим мясом? Нет, потому что все равно в мясе достаточно количество жира. Давай. Ну чего, кто? Сашка ничего не читает. Мась, что ты почитать посоветуешь? Греко-римских философов какая читает. Ну давай, мы совсем болеем за тебя. Сейчас, подожди. Спасибо. Нам с тобой счастья желают. Давайте я попробую. Ну что ж вы такие все? Да, давно вместе, всю жизнь. Нет, детей нет и не хотим. Показать Сашу поближе? Возьми цешку. Покажите цешку. Как она пойдет, смотри, вот. Ц. Понял, хорошо. Дайте посмотреть. Видишь? Ага, красиво, да. Я не знаю, я не люблю детей, не хочу детей. Будет грустно, заведем собаку. Ц! Давай! А, ты... Ой, даже попал на целый. Б! Давай! Так. Круто! Держи! Так, мальчики и девочки, все. Такое вот у нас бодрое утро, которое обычно начинается с пироженок в кафешке, а теперь началось на стрельбище с друзьями. Огромное спасибо, что они нас пригласили. Сами бы мы так сюда никогда не приехали. Всем огромное спасибо. Все, будем посвящать время нам и друзьям. До новых встреч. Пока! Масёк, там у тебя что-то...